Що ж, незабаром дуже музичний суперсеріал. Десь в лісопосадці для нашої співучої нації. Бо її там виженуть з житниці зі своєї землі родючої. Добрий ранок, Палестина. Два добрих і поганих поліцейських, один поганий Порошенка, розводив, вкрав. На Рождество християнське, кричав, що він християнин, їздив на Мальдіви. І прийшов другий добрий поліцейський, котрий вже віддав всю цю землю, котру нашароварили за століття українці. І не тільки українці. Тепер піде це все з молотка. Ось так. Ось такий націоналізм шароварний до шароварився, що з молотка тепер українці будуть як в Палестині. Один другого вбивати, збивати, тероризм, битами вбивати, палити, красти врожаї. Ось така продажа землі. Тобто до 14-го року ще український націоналізм, партії, об'єднання українців ще як-тось так боялися. Ці чужинці, крадії, вари. Но Петя, откровенно, настільки вже продемонстрував, що бояться не стоїть. Смотри, їм котли, а їм пофігу. Вони пляшуть, ги-ги веселяться. Мільйонами виходять на якихось примаханих этих, на попсняк какую там. Их грабишь, разводишь на тарифы, кидаешь как угодно можно. А им давай только зрелище, и они будут рады и счастливы. Вот так вот подивились чужинцы на вот такой национализм, а вообще украинцев. И решили, то нафиг этим чертям тогда и земля нужна. Давайте их уже и прибарахлим. В принципе, по Библии, то в Палестине часть территории принадлежит все-таки Израилю. А тут что принадлежит? Тут ничего. Но они поняли, что лохов, раз можно разводить, значит, это им все и принадлежит. Теперь вместе с землей родючей, будущее и такие родючие, спевучие поколения палестинцев, новых украинцев, новых рабов, тупых за зрелище. За конфетку. И это будет на баннерах украинского национализма. Вот эти конфетки, зрелище. Тобто на дурачків не потрібен нож. Им сладко подпоешь и в три короба наврешь. Петя будет делать котлы, а эти будут в сериальчиках говорить, что котлы это плохо. И приходить власти и делать те же котлы, только с землей. То есть в Украине никогда не было как такового антисемитизма. Был только антисемитизм в политической угоде самим же семитам, сионистам. Такой политически раздмуханный, чтобы это было как семиты-мученики здесь, чтобы им преференции давали, там чуть ли не политический холокост. Это все бла-бла-бла, ничем не заканчивалось. Но теперь же за бабло самих же украинцев, за землю родючую, нашу черноземную украинскую, будут украинцев называть через всякие эти провокации, тетушечные, битовые, убийства и тому подобное. Будут называть украинцев, естественно, не только там антисемитами, а и расистами, и кого только не, и нацистами. И это будет размухиваться и раскручиваться по супертехнологиям. И по таким черным технологиям будет сопровождаться этот отжим украинской территории внутри Украины, покуда бойцы украинцы украинской крови, и не только, грузинская тоже, на передке будут воевать с агрессором, с Путинской Федерацией. Тут, здесь, внутри дома украинского, украинцев, будут отжимать по таким технологиям, по которым бы черным технологиям, бандитским, уркаганским, которым бы позавидовал и сам этот израильский черный политтехнолог Клуфхарт, который Пете Порошенко Рошену на выборах помогал с черными технологиями. И до сих пор они действуют, потому что они ж так торопятся с этим рынком земли, так сильно торопятся, что аж
очень быренько-быренько его принимают. То есть, если раньше это было от Зеленского искренне, против коррупции боролся, против и того, и сего, всего, чего обещалось, то, как мы видим, команда этих секс-пистолов, блин, заполонила всю Раду, они отморожены не хуже банды Януковича, не хуже той самой банды Порошенщиков. Все то же самое практически. Машут ручками журналистам, когда они у них спрашивают, у этих секс-пистолов, блин, Абрашка или Сара, где же бабло зарыто? Они дурачка сгрывают. Ну, вот такой национализм, вот такая нация. Такая же, как и в 18-1900 была. И до чего оно все это докатилось. Итого, если все эти пять рукив на Рашеновском, кидаловочном, тетушечном корпоративе, тетуханы, бандиты всякие, с битами в руках развлекали селян, аграриев, незаконно, абсолютно неофициально, то теперь это будет чисто уже формально, законно и официально со всеми вытекающими бумагами, подписями, печатками и т.д. Потому что ж проголосовали вот такие депутатишки, секс-пистолы. Проголосовали. А что они проголосовали? Что им нахрен не надо? Они наворовали и на острова. А тут вы дрюкаетесь как хотите с этой землей, с этими селянами, с этими тетуханами. Я думаю, что при следующем правительстве эта вся хрень тетушечная, незаконная, экспроприированная, заберется обратно. Ну, если она будет такова, незаконная. А я думаю, такова она и будет, потому что все на это указывает.